Давайте, мои дорогие, попробуем, как этот шоколад хорош на вкус. Ой, а запах такой вообще клубникой пахнет. Прям настоящей клубникой. Так, состав я читать не буду, потому что, ну, это очень неинтересно, скучное занятие. Молочный шоколад с начинкой клубника. Знаешь, я буду вот такой шоколад с ним пробовать. Чай буду с ним пить. Вот с таким чаем. Шиповник называется, Витацентр. Натуральный продукт. Слушайте, мягкий. Это здорово, когда мягкий. Чай, хочу сказать, по вкусу, хоть и шиповник, а отдает прям каркаде, такой кисленький. А там, наверное, может быть, и содержится каркаде, я не знаю. Ну, хороший чай. Шоколад вкусный. Не хуже Альпенгольда. Мягко. Не буду я оценки ставить, надоело нафиг. По 5-бальной шкале, по 10-бальной. Кому это надо? Действительно. Проще сказать, нравится мне или не нравится. Вот в данный момент я хочу сказать честно, мне этот шоколад понравился. Не особо сладкий такой. Нельзя сказать, что такой прям слишком приторный. То, что надо. Клубникой пахнет. Прям такой настоящий, живой.
Кстати, натуральные травяные напитки можно употреблять как в горячем, так и в холодном виде. Способ приготовления. Положить 1-2 пакетика в чашку 200-250 мл воды. Залить кипятком, дать настояться 5-10 минут. Ничего, главное, чтобы полезно было. Ну вот, ребята, я эту шоколадку уже съел. Я, правда, немножко ускорил видео, а то если бы я бы ее бы ел бы целиком бы и до конца, то это видео бы, наверное, минут бы на 15 бы задержалось бы. Ой, здорово, пап. Пока.